Дорогие наши друзья, а также зрители нашего канала, мы сегодня узнали печальное известие, которое ошарашило всю страну. Все помнят и знают русского актера Ивана Охлобыстина. Мы попытались его разыскать, так как его давно не видно на телеэкранах телевизора. Также мы хотели взять у него интервью, но у нас это не получилось. Как оказалось, Иван Охлобыстин уже более месяца отсутствует на территории России. Он находится в Германии, где проходит длительное лечение от тяжелой болезни, которую у него нашли недавно российские врачи. Мы попытались связаться с Иваном Охлобыстиным, но у нас не вышло. Номер телефона, который нам дали его родные, был отключен. И только одни из друзей Ивана Охлобыстина нам сказали, что актер в скором времени сюда не приедет, так как там у него намечается несколько дорогих и тяжелых операций. Друзья, давайте поддержим Ивана Охлобыстина. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо, и он скоро вернется к нам домой. Давайте подпишемся на наш канал, чтобы вы не пропустили выпуски. А в свежем выпуске мы постараемся связаться с актером и взять у него полное интервью. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео.